Впервые в истории астронавты НАСА стартовали к МКС на коммерческом корабле. Мы снова творим историю. Поехали! Даглас Хёрли, Роберт Бенкен. Мы шаг за шагом выполняем то, что должны делать как нация, чтобы снова лидировать в космосе. И это не просто риторика. Шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Зажигание и взлет Falcon 9 и Crew Dragon. Вперед, НАСА! Вперед, SpaceX! Америка стартовала! Сегодня мы в очередной раз с гордостью запустили американских астронавтов на американской ракете, самой лучшей в мире, прямо здесь, с американской Земли. Видео дублировано на студии творческого объединения «Хабакама». Текст читал Евгений Крылов.